Привет, я Ольга Мастепанова, занимаюсь спортивной гимнастикой с 5 лет, 20 лет работаю тренером, и сегодня ты увидишь, как выполняется переворот через коня. Ольга Мастепанова родилась в Москве в 1969 году. Ольга – заслуженный мастер спорта по спортивной гимнастике, одна из сильнейших гимнасток 80-х годов, обладательница Кубка СССР в многоборье, чемпионка Советского Союза в опорных прыжках и в упражнениях на бревне, серебряный призер в многоборье 84-го года. Мастепанова – абсолютная чемпионка международного турнира «Дружба-84», трехкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике. На протяжении 20 лет она работает тренером по спортивной гимнастике. Ольга – мать 5 детей. Опорный прыжок так называется, потому что гимнаст при выполнении прыжка опирается руками на коня. Раньше конь выглядел иначе. У него была более жесткая поверхность, и он стоял на 4 ногах. Сейчас конь стоит на 2 ногах, у него пружинистая поверхность, что позволяет гимнастам выполнять более сложные прыжки и делает их более безопасными. Для того, чтобы выполнить переворот через коня, во время разбега тебе нужно набрать хорошую скорость, напрыгнуть 2 ногами в толчковую зону мостика, оттолкнуться ногами, поставить руки на коня, пройти через стоечку и приземлиться на мат. Для того, чтобы выполнить комбинацию для начинающих гимнастов, нужно... Первое. Перед прыжком разогнаться, развив максимальную скорость. Второе. Не прекращая движение, прыгнуть на мостик, затем резко оттолкнуться и, совершив прыжок, поставить руки на коня и через стойку выполнить переворот назад. Третье. В завершении переворота приземлиться на мат, руки поднять вверх и полностью выпрямиться. Как выполнять переворот через коня, научись делать следующее упражнение. С разбега ты должен напрыгнуть 2 ногами на мост и запрыгнуть на коня без помощи рук. После этого спрыгиваешь с коня на ноги. Чтобы выполнить переворот через коня, нужно для начала научиться выполнять следующее тренировочное упражнение. Разогнаться, прыгнуть на мостик и, оттолкнувшись, запрыгнуть на коня ногами без помощи рук, затем приземлиться на мат. Освой этот прыжок, возьми свою высоту. С тобой была Ольга Мастепанова. Пока!